Скажите, пожалуйста, чего вы ожидали от жеребьевки? Вас устроил вариант, который вам подкинула судьба на сегодняшнюю игру? Да, нам, в принципе, без разницы было, с кем играть. Мы играли свою игру, свое удовольствие. В принципе, мы довольны игрой. Всего лишь четвертая игра. И очень хорошо играем. В дальнейшем мы будем показывать еще лучший футбол. Сегодня игра немножко сначала не задалась, проигрывали, но вытащили на морально-волевых. Я думаю, за счет вратаря, за счет характера. Четвертая игра всего лишь вместе. Наверное, ребята из Лесгов-то подумали, что игра сделана, но это не так. Наверное, теперь в следующий раз они будут до конца доигрывать игры. И вот это все апелляции на судей, это отговорки, думаю. Просто счет был по игре, мы достойны были победы, и мы выиграли. Ну да, не по технично, но мы взяли как бы командной игрой. Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. С кем надо понравиться, с теми поиграем. Но ребята из Луки не проиграли ни одной игры в групповом этапе. Как вас это морально не испугало? Ну, честно говоря, нам, знаете, никакой этой важности нет, что они проиграли, не проиграли. Мы выходим на поле, делаем свое дело. То, что они выиграли, не выиграли, это уже их проблема. Вы говорите, что четвертая игра всего лишь вместе этим составом, и тем не менее работает на игру командная работа. Каким образом, в чем формула успеха? Как вы так быстро сработались? Ну, у нас в этой команде из 9 человек, 8 человек, по-моему, с одного курса, а один я со старшего курса. Ну, мы друг друга знаем, хорошо общаемся, за это взаимопонимание есть у нас. Еще чуть-чуть, в дальнейшем мы надеемся все улучшим и улучшим. Кого больше хотите на завтрашнюю игру? Честно, нам параллельно с ним играть. Да, с кем? В принципе, все равно. Мы ни тех не знаем. И, да. Наверное, сейчас посмотрим, как поначалу, и дальше посмотрим. Да. Ну, в принципе, если мы обыграли Луки, то я думаю, сейчас тот соперник будет явно слабее. Хотя посмотрим тоже. Не, недооценивать это нехорошо. Мы будем настраиваться, как на сегодня. И желаем всем успеха, удачи. Хорошо, поздравляю вас с победой. Спасибо большое.